Канал Таежный обитель приветствует вас. Сегодня 13 августа. Мы находимся в районе, по реке Зее, в районе третьей каменной гряды. Немного до нее не дошли. Километра полтора и остановились вот в этом месте, в этом заливчике. Утро, туман. Люди у нас еще спят, укрылись на случай дождя, там палатка, тут. Вон палатка спрятана, катамаран, вода упала, видно по катамарану. Сейчас посмотрим на штабы еще с другой стороны. Это моя палатка тут. Такая. Там ребят большая палатка. Здесь девчонки расположились. С этой стороны тоже вот такой заливчик. Такая картинка нашего быта. Лопата, удочки, натягивали сетки для ловли мышей ночных, ночных птиц. Это вот наш тагон, и винтиски на нем варим, кипятим, дрова, колу. Очень хороший, кстати, столик. И вот сегодня мы отсюда продвинемся как можно дальше. Импровизированная скамеечка. Посидеть у костерка. Вот такую вам показал очередную нашу стоянку. Красиво вместе. Встает солнышко. Вперед на Бамнак. Всего всем доброго.